Всем привет! Сегодня будем готовить эклеры. Рецептов эклеров существует очень много разных. Более хрустящие, более мягкие. Также по размеру большие, маленькие. Я предлагаю свой рецепт в меру хрустящие, в меру мягкие, как говорится, золотая середина. Чтобы сэкономить время, начнем процесс приготовления с крема. Будем готовить заварной крем. Для этого нам понадобится сотейник с толстым дном. В сотейнике соединяем яйцо, желтки, сахар. Яйца с сахаром нужно хорошенько перетереть. Это можно сделать вручную, а также миксером. После этого добавляем муку и хорошенько вымешиваем, так чтобы мука полностью растворилась в этой массе. А также желательно, чтобы не было комков от муки. После этого добавляем молоко. Молоко должно быть обязательно свежим, или лучше взять кипяченое. Несвежее молоко может свернуться, когда мы будем заваривать крем. После добавления молока снова вымешиваем массу до однородности и ставим сотейник с массой на умеренный огонь. Будем заваривать крем. Массу нужно довести до кипения и уварить ее до загустения. Как только масса начинает густеть, газ нужно уменьшить до минимума. Вымешивать нужно интенсивнее, чтобы мука не пристала ко дну и чтобы не было комков. Масса должна увариться до плотности сметаны. После этого сразу снимаем с огня. Пока масса горячая, добавляем ванильный сахар и хорошенько вымешиваем, чтобы он растворился. После этого оставляем эту массу остудиться, чтобы масса была не горячая, а теплая. Только теперь начинаем вводить масло. Масло должно быть комнатной температуры. Задача стоит не взбивать, а просто вымешать масло. Поэтому берем миксер и на маленьких оборотах вымешиваем так, чтобы масло полностью растаяло в этой массе. Крем у нас готов. Мы убираем его в холодильник, чтобы он стал поплотнее. А этим временем займемся заварным тестом. Соединим в сотейнике маргарин, щепотку соли, молоко и воду. Если кому-то не нравится маргарин, можно заменить маслом. Поставим сотейник на средний огонь. Здесь уже помешивать не обязательно, нужно просто, чтобы маргарин растопился и довести эту массу до кипения. Как только масса закипела, снимаем с огня. И прямо в горячую массу нам нужно просеять муку. После этого муку надо быстро-быстро вымешать чем-нибудь твердым, либо твердой ложкой, либо лопаткой деревянной, кому чем удобно. На видео кажется, что это легко, но тесто достаточно плотное, поэтому его хорошенько надо вымешать, чтобы там не было комочков или сухой муки. У нас должно получиться вот такое однородное эластичное тесто. Чтобы тесто прошло полный процесс заваривания, ставим еще его на маленький огонь, буквально на минутку на две. Провариваем, хорошенько вымешивая. Но надо, конечно, посматривать, чтобы оно не пристало ко дну сотейника. После этого снимаем с огня. Теперь к этому горячему тесту мы будем добавлять яйца. Перед этим яйца нужно просто вымешать миксером либо венчиком. Яйца выливаем маленькими порциями. Я это сделала в 4 приема. Добавляем часть яйца и начинаем вымешивать. Тесто начинает отслаиваться и комковаться, но это так поначалу. После интенсивного вымешивания оно изменит свою структуру и станет однородной массой. Только после того, как яйцо полностью вымешалось, добавляем следующую порцию и замешиваем дальше. В итоге у нас должно получиться вот такое заварное тесто. И теперь можем выпекать эклерчики. Выпекаются такие эклеры на противне, присыпанном мукой, или на силиконовой пергаментной бумаге. Ни в коем случае не пеките на простом пергаменте или на противне без муки. Низ эклера просто пристанет к пергаменту, и вы не сможете его снять оттуда.
Эклеры можно формировать с помощью ложки, выкладывая порциями, либо пользуясь кондитерским мешком и насадкой. Башенки лучше отсаживать пониже и пошире, тогда эклеры получатся более красивой формы. Ставим противень в разогретую духовку до 170-180 градусов и выпекаем до золотистого цвета. Это приблизительно 20-25 минут. Тут нужно учитывать размер самих башен. Если у вас башни побольше, значит выпекать придется подольше. Духовку ни в коем случае открывать нельзя. Готовые эклеры оставляем на противне остудиться и после этого будем их готовить к заполнению кремом. Вот такие эклерчики, они небольшие, это классический вариант. Если вы хотите сделать эклерчики поинтереснее, можно выпекать эклеры, присыпая их крошкой. Эта крошка делается очень быстро и просто. Для этого нам понадобится несколько ингредиентов. Вот у меня пудра вместе с кокосовой мукой. Это делается очень легко дома. Берется кокосовая стружка, один к одному соединяется с пудрой и просто перемолоть на кофемолке. Получается кокосовая мука с пудрой. Сюда же добавляем немного муки и чуточку масла. Нам нужно просто эти ингредиенты растереть руками. И в итоге у нас получится вот такая посыпная крошка, как бы. Если этой крошкой посыпать эклеры и выпекать вместе с ней, вот получатся такие интересные эклерчики. Из одного рецепта можно сделать много разных эклеров. Чтобы заполнить эклеры кремом, делаем шпажкой вот такие небольшие дырочки снизу, достаточно одной. Заварной крем у нас из холодильника, он стал немного плотнее, чем был раньше. Его нужно переложить в кондитерский мешок и закладываем крем в эклеры. Здесь уже как кому нравится, кто-то любит побольше крема, кто-то поменьше. Но с таким расчетом, чтобы крема хватило на все эклеры. Готовые эклеры можно присыпать пудрой, можно полить шоколадом, либо глазурью. К заварному крему также можно добавить какао, если кому-то нравится более шоколадные. В общем, можно импровизировать. Рецепт этих эклеров, а также вся нужная информация будет в описании под видео. Если ко мне будут вопросы, пишите в комментариях. Кто будет пробовать готовить, приятного аппетита! На этом пока говорю до свидания, до новых встреч!